Сельское хозяйство просто для школьников. Программа под таким названием внедрил агропромышленный гигант «Мираторг» в 17 районах Брянской области. Экскурсии на площадке и открытые занятия для школьников. Для компании уже далеко не редкость. На этот раз увлекательный урок состоялся на ферме Котлякова в Трубчевском районе. Познакомиться с современным сельским хозяйством приехали выпускники сельской Усохской школы. Главная задача – людям показать, детям объяснить. И, может быть, кто-нибудь из них сделает выбор в профессию ветврача или зоотехника. И как бы в конечном итоге придет работать на эти фермы. Потому что молодые кадры, тем более специалисты с высшим образованием, нужны. На ферме Котлякова 7000 животных специальной мясной породы «Абердин Ангус». Руководитель площадки Роман Тихонов, выступив в роли экскурсовода, рассказал школьникам о бестрессовом уходе за скотом и показал, в каких условиях содержатся животные. Нашей целью еще была и профориентационная работа учащихся, чтобы они, может быть, в будущем связали свою судьбу с таким производством. Нашли себе здесь работу. Я думаю, что это достойная работа для молодых людей. Встретили своих выпускников, это Белов Роман, Володя Лепин, еще у нас тут Белов Андрей, еще отцы наших детей работают, вот Бацуев Владислав, Кириков Владимир, то есть очень много. С момента открытия «Мираторга» многие стали тут работать, наши односельчане. Почему ж мы и приехали? Увидели своими глазами все, очень понравилось все. Мощные технологии, все прекрасно. С не меньшим интересом выпускники осматривали специализированную технику «Мираторг». Тракторами, комбайнами, погрузчиками ведущих мировых марок ферма обеспечена. Не оставили равнодушными школьников и лошади американской породы «Квотер Хорс», которые помогают отечественным ковбоям перегонять с одного пастбища на другое большие стада коров. Интересно так. Хорошо, все чисто. Самое главное, что сделано. Интересно очень. Много техники разной увидели. И на быков. Много о них говорят, конечно, уже по всей России знаменитые быки. Очень интересно было увидеть, какие они вживую. Увлекательная экскурсия на ферму Котлякова позволила выпускникам не только своими глазами оценить, как развивается крупный проект на Брянщине, но и определиться с будущей профессией. Больше всего понравились лошади, так как нравятся животные. Техника хорошая. У меня здесь отец работает, ему нравится. Я сам, думаю здесь работать. Условия, да и заработная плата неплохая. И как бы больше здесь негде работать у нас в районе. Таких условий нет, как здесь. Кристина Перцхилава, Дмитрий Комаров. События. Трубчевский район.